Ви не встигаєте, відчуваєте, що багато справ, але коли їх зробити якісно, ви не знаєте. І немає сил вирішувати це питання. Якраз розібратися з вашим часом допоможе гостя, яка прийшла до нашої студії. Це Марина Лабай, коучиня, бізнес-тренерка, проєкт-менеджерка, спеціалістка з тайм-менеджменту. Отож, Марино, раді бачити. Да, я знаю, що є багато справ у людей. Зараз кожна людина настільки заклопотана і хоче зробити все, зробити так, щоб більше не доводилося повертатися до цієї теми. Отже, бере на себе більше, ніж вона може. Да, такое есть. І що робити? Чи можна зарадити, чи можна змінити себе, аби ваш час відповідав вашим потребам? Да, это возможно. Для этого нужно просто немножко поменять своё отношение, мышление, отношение к жизни, мышление. Все возможно. Нужно просто узнать, почему так происходит. Нужно о себе больше узнать, разрешить себе слушать себя, слышать себя, ну и останавливаться периодически для того, чтобы, знаете, скажем так, 5% времени, которое вы выделяете там для остановки, для планирования, для чего-то, оно экономит вам целых 30% вашего же времени, внимания для того, чтобы идти двигаться дальше. Поэтому можно сделать, скажем так, 100 действий, из них будет одно правильное. А можно подготовиться, остановиться, подготовиться, сделать 10 действий, из них тоже будет одно правильно. То есть уже, грубо говоря, в 10 раз можно себе увеличить эффективность свою. Так, а как зрозуміти, що нам треба оці саме 10 обрати, не 100, тому що нам в день приходить багато справ. І вирішити, які же з них оці 10, це теж складно. Будь ласка. Да, для этого есть такой так называемый закон Паретта. О нем много все слышали, его можно применять к разным сферам жизни. Но, например, если его применить к тайм-менеджменту, то как это выглядит? То есть мы делаем в день, например, 100% действий, а иногда 120, 130, 140, как мы говорим, те, кто перегружены, да? Но всего лишь 20% наших действий приносят нам вот те нужные 80%, целые 80% нужных нам результатов, важных для нас. А остальные 80% действий, которые мы делаем, приносят нам всего лишь 20% желаемых результатов. Так вот, если человек не останавливается, не делает анализ того, что же он делает в течение дня, недели, месяца, вот он делает все 100% своей жизни, своих действий, но... Потом что происходит? Какая приоритетность в этих делах? Бывает такое, что ты прошел весь день, делал, устал жутко, а то самое важное, которое для тебя вот было самое важное, самое критичное, не хватило сил, уже там уже просто ты уставший, или такой, ну да ладно, все. Но за это больно, как говорится, жизнь наказывает, репутационные риски, денежные могут быть и так далее. Как же из этого выйти, например? Как найти вот эти... А вот, как убрать? Как вот эти 20%? Так, да, приоритетные справы убрать. Вот эти 20%... И наш... Звідки ми можемо знати, що вони пріоритетні? Розкажу зараз. То есть, у цього теж небольшой маленький секретик є. То есть, наприклад, ми... Допустим, что мы разрешили себе остановиться и подумать, что мне нужно сделать сегодня. Вы писали это себе. Я рекомендую пользоваться бумажным носителем, ну, либо, если у вас есть телефон, электронным каким-то блокнотом, да, потому что телефон всегда с нами, вот, если компьютеры, там, ноутбуки и так далее, они периодически, а то, что с нами всегда бумага, либо носитель. Мы выложили все, и мы задаем себе вопрос, ну, мы смотрим, что надо и то сделать, и то, и мы бросаемся вперед, и дальше своего носа не видим. Мы сделали одно дело, второе, третье, пятое, пятидесятое. Но, допустим, мы разрешили себе остановиться, написать этот список, тогда мы задаем себе вопрос, а что мне принесет наибольший результат? От чего я кайфану? Что мне даст максимальную эффективность сегодня? Что будет наилучшим результатом для меня сегодня? И тогда вот эта приоритетность, она выстраивается сама собой. Не по типу, что мне нужно сделать, а чего я действительно хочу. То есть одним из главных принципов тайм-менеджмента, первое, делать остановки, второе, обязательно слушать и слышать себя. И вот, вот этот вот голос, он подскажет, вот это самое приоритетное дело, вот это самое нужное дело. Причем мы говорим про все сферы жизни. До речі, так хотіла сказати, бо, можливо, знаєте, ви зранку не встигли поспілкуватися з дитиною своєю, так? Да. Але зробили важливі справи на роботі. І тут треба розуміти, чи тут ви встигли, чи там ви не змогли чогось зробити, а хочеться зробити і там, і тут. Да, это все касается
для всех сфер жизни. То есть наш день, неделя, месяц, год и так далее, он должен помещать в себя все важные сферы жизни для себя. Это касательно, ну, например, здесь очень хорошо помогает практика «Колесо жизни», так называемое. Человек счастлив тогда, когда у него все хорошо со здоровьем, с семьей и личными отношениями, да, с работой, с доходом, с отдыхом достаточно, хобби он может себе сделать, самосовершенствование, внедрять это так, как ему нужно, ну и так далее, общаться с друзьями, близкими, родными, да, и вот если выделять время на все вот эти сектора, то тогда человек будет действительно равномерно идти вперед, потому что в основном люди употребляют слово тайм-менеджмент к работе, и все, поэтому у вас работа и идет. Вот так вот все происходит. Так, і що виходить? У людини такі перенавантаження на роботі, і десь страждають ті решта сфер, які теж потрібно розвивати. Да, і от виходить в течение даже, чому нужно виносить, например, на тот же листинг, давайте так, неважно, электронный, либо бумажный, свої дела. Потому что видно, а каким сферам жизни я сегодня не уделил внимания. То есть мало того, что ты видишь, можешь присвоить приоритетность, задавай себе вопрос, что для меня было бы важно сегодня? Да отвезти ребенка в садик или попасть к нему на утренник на самом деле. А если бы я этого не выписал, я бы пошел на работу сделать очень супер-пупер, как мне кажется, важное дело. Но оно из разряда надо, а из разряда то, что хочу, то, что действительно для меня важно, это страдает из-за этого. Так, тобто людина може бути щасливою і досконалою лише тоді, коли в неї все буде добре. А якщо, наприклад, ну, зі здоров'ям, от ми вже пов'язуємо цю тему от, з попередньою, наприклад, так, коли люди не встигають собою зайнятися. Тобто для того, щоб зайнятися здоров'ям, треба відволіктись, наприклад, відпроситись на роботі і так далі, і так далі. Тобто ви бачите, що там щось буде страждати. А якби ви це робили постійно, так, врегульовано, ви знали б, там виділили собі один день заздалегідь, можливо, робота не постраждала. Тобто ви б до цього готувалися. Да. Как я к этому подхожу, например? Тоже мне та же практика «Колеса жизни» помогает. Я выделяю всего лишь 15 минут в месяц для того, чтобы посмотреть. Я же выписываю себе, например, здоровье, семья, доход, работа и так далее. Я смотрю, что мне в этом месяце нужно сделать, чтобы мое здоровье было хорошим. Что мне нужно... Я задаю себе вопрос. То есть почему я говорю коучинг и проект-менеджмент и тайм-менеджмент? В моем случае они неразделимы. Они действуют вместе. И это дает такую хорошую гремучую смесь к хорошим результатам и гармоничному, сбалансированному способу жизни. То есть я вижу, что в этом месяце у меня здоровье что-то начало себе, значит, давать знать. Значит, я ему уделила меньше внимания. Хорошо, в этом месяце что для меня будет хорошо для здоровья? Так, первое. Ну, там, мы забываем там пить воду, кто-то хочет на упражнения пойти какие-то, кто-то хочет просто погулять по парку, это тоже придаст нам здоровье. Это же сопутствует нашему отдыху. То есть я себе составляю список того, что меня порадует, если я сделаю это по отношению к здоровью. Дальше, как только я это знаю, то даже когда у меня жутко занята работой там, или еще какими-то событиями жизни, ну вы знаете, честно, когда мы вот это пишем, наш мозг получает определенный фокус. И он начинает видеть людей, ситуации, которые нам, они есть вокруг нас. Но пока мы ему фокус не задали, мы этого не видим. И тут ты даже идешь на какую-то встречу или там едешь откуда-то, ты получаешь звонок, о, а у меня там, Марина, я там хочу попасть в бассейн, поехали со мной. И такая, точно, в бассейн, я еду с тобой. Все, то есть Вселенная нам дает такие моменты. И, кстати, сегодня я могла бы об этом сказать, о том, что благодаря, почему здесь я сижу, да, можно об этом сказать, да. Потому что еще, например, на планировании года, мы делаем планирование года каждый год, это в декабре, в январе, в феврале, встречаемся, у нас есть определенная практика, мы целый день уделяем себе, своим желанием там и так далее. Я задаю определенные вопросы как коуч, и мы даем ответы. И вот, вы знаете, в этот раз, это может там делать 4-й или 5-й год подряд, я говорю, в этот раз, ребятам, вы знаете, было бы классно попасть с этой темы на телевидение. Я понимаю, что я готова. Вот, ну да, хорошо, хорошо, все там. И вы знаете, буквально 2 недели назад я еду, Юля мне говорит, Марина, слушай, а было бы хорошо, чтобы ты приехала к нам на тайм-менеджмент.
всіми тайм-менеджментами. Так, звичайно, що наші думки і, можливо, плани, які ми десь проговорили і продумали, як би це було, вони потім здійснюються. Тому що ми все це тримаємо в голові і ми розуміємо, що нам це потрібно. Так? А з приводу отих важливих задач і цілей, які є у нашому житті. От як їх правильно ставити, як до них іти і як розділяти. Бо людина одразу не може зробити те, що їй треба. Ну, наприклад, купити собі житло. Важлива тема для багатьох. І вона є перспективною, звичайно, якщо ви будете про неї думати. Але в тому, щоб йти до цієї мети, ви можете багато чого загубити на шляху. Так от, щоб нічого не втратити і отримати те житло, от як вам зробити краще? Ну, первое. Начнем с того, что услышать, какое житло я хочу. Хорошо, описать себе ваши просто фокусы, что кому-то важна квартира, кому-то важен дом, кому-то вот важно еще что-то, да? Понять, что это есть желание. Желание превращаем в цель. Для того, чтобы превратить цель, это на самом деле самый видимый, ощутимый образ нашего результата, который мы хотим получить. То есть мы говорим, я хочу купить себе там, ну, давайте так, мы можем говорить не купить, на самом деле нам нужно житло, а оно может попасть нам по наследству, еще как-то, кто-то может резко уезжать и продать его по очень какой-то бросовой цене. У Вселенной, знаете, говорится, если у тебя есть желание, у Вселенной есть все инструменты и энергия для его реализации. Поэтому, как только ты определился, хорошо, хочу вот дом, чтобы он был в моей жизни так-то, да, И тогда я смотрю, что у меня есть для этого, а чего у меня нет. Каким образом я могу себя достичь? То есть, когда мы говорим про осознанное применение тайм-менеджмента в своей жизни, то тогда это проактивное поведение. Тогда если я спрашиваю, а что я готов, а что я для этого сделаю, а что я сделал вчера для этого, чем я занимался вчера, а что я, сколько я действий к этому сделал. Сделайте тогда, например, вы себе нарисовали эту цель и поставьте себе три маленьких цели, которые займут у вас 5-10 минут времени, не цели, а действия, три действия. То есть у меня в органайзере даже есть такая циферка 3 выведена. То есть я начинаю свое планирование с того, что если у меня есть главная большая цель, а что я сделаю сегодня по 5 минут в день по отношению к своей цели. И если вы сделаете три действия в один день, в неделю это будет 21 действие, потом умножим на месяц, это сколько получится там действий больше, да, и на год еще больше, потому что большая цель. То есть мы слона едим по маленьким кусочкам. И, к примеру, из этих маленьких действий что может быть? Позвонить риэлтору, а посмотреть в интернете, какие есть дома, например, ну, если дом интересует, а как он должен выглядеть, в каком районе города он будет располагаться и так далее. И просто слушать себя и смотреть вокруг, что Вселенная тебе дает, какие она дает тебе знаки. Ну, це працює, дійсно. Це ж можна так собі, не знаю, кожного дня дивитись на ті будинки, і тільки нічого не зміниться. Ну, це смотреть. Опять-таки, кожен день робити определенне дійство. Що я зроблю потім? Посчитати, скільки мені потрібно грошей для цього, ну, якщо я хочу купити, наприклад, да? через купити. Ага, а скільки у мене виходить доход? А що я можу зробити для того, щоб мій доход увеличився? А працюю на своїй роботі, або я все-таки хотів би поміняти роботу, яка дасть більший результат, наприклад. Все, і от вот эти размышления, касание к теме каждый день, это как к работе, да? Мы же к работе применяем наши действия. Точно так же будет идти двигаться цель к, ну, к получению своего дома. Потому что, поверьте мне, у Вселенной иногда бывают такие инструменты, которые применяют, что ты даже ты продумал 50 тысяч вариантов, случился 50 тысяч первый. Бывает таке, звичайно. Люди часто, йдучи ось так до своєї мети і взагалі працюючи над собою, ну от ми вже казали так про тих відмінників, які намагаються зробити все одразу, а вони дуже швидко вигорають. Да. Як з цим впоратись і чи треба нам таки розділити свої навантаження, можливо, вміти зупинитись, можливо, вміти сказати, ні, я це робити не буду, чи я буду робити, але інше щось. Я розкажу, ми повернемося до закону Паретта. Перше, що не робити лишніх дій. Тобто оцініть свій день, почніть от завтра, післязавтра і так далі. Посмотрите, з чого состояв ваш день, і що в цьому було лишнього. І просто навчитесь, приучите себе не робити лишнього, да? Раз. Что касается відмінників і так далі. Да, це люди, які не вміють делегувати. Я краще всіх вмію зробити. Це великі контролери і так далі. Слово «контроль» ми теж убираємо в слово
научить еще кого-то чему-то делать. Но этому нужно научиться делегировать свои полномочия. Да? Дальше уметь слушать и слышать себя. Не делать того, что забирает у тебя энергию. Потому что выгорание – это прежде всего про то, что человек делает то, что ему не свойственно. То есть мы все пришли на Землю с определенным багажом наших сильных сторон и предназначений. И если мы двигаемся в другую сторону и делаем там, ой, в чем еще тайм-менеджмент помогает, да, он, когда ты четко понимаешь, куда ты хочешь прийти, например, к дому, я хочу купить себе дом или получить дом, и то тебе уже звонит Люся, Петя, Вася, ой, пошли туда, сделаем вот это. А ты говоришь, не, пацаны, мне надо сделать действие по поводу моего дома. И вот ты уже, у тебя есть аргумент сказать нет человеку, но это гармоничный аргумент, потому что это не моя цель, двигаться в сторону своих целей. Когда ты начинаешь двигаться в сторону своих целей, которые именно твои истинные, это придает всегда энергию. Этот человек никогда в жизни не выгорит. Почему говорят, что если я занимаюсь своим любимым делом, работа-мое любимое дело, человеку, можно сказать, ну, он и отдыхает, и живет одновременно. То есть это его напитывает, и он никогда в жизни не выгорит. Как только вы почувствовали, что у вас не хватает энергии в конце дня, да даже в течение дня, в течение часа, посмотрите, почему так произошло, что я сделала, с кем я пообщался. Все. А что бы я хотела сделать на самом деле в этот период? Ну, я тут трошки хочу заперечити, тому що, ну, наприклад, ми візьмемо таких тих людей, які справді митці, наприклад, так, творчі люди. От вони постійно працюють, щось роблять, але їм, наприклад, приходить таке замовлення велике. Да. І вони працюють вже не для себе, вони дійсно творчу роботу роблять. Да. Не для себе, а для того, щоб виконати отой великий об'єм цієї роботи. Вигорять. Вигорять в будь-якому випадку, тому що багато. Если они не умеют, опять-таки, делегировать и организовывать процессы. В этом процессе, то есть на самом деле, если великие замовлення, это означает, что это работа не для одного человека, а, как правило, для команды. И это означает, что возьми, делай то, что тебе хорошо в этом, то за что я готов взяться, а все остальное поручи другому. Ось, ну тут скільки ми зараз таких моментів з'ясували, так, які не одразу зрозуміло. І десь за кожним щось стоїть, якась відповідь, так? А роздивившись усе, ми зможемо знайти вихід із цієї ситуації. Марина, я дуже дякую за цей ефір, за те, що така з'явилася змога, за те, що ми сьогодні проговорили, як це краще зробити, бо я впевнена, що у більшості людей є такі проблеми, просто потрібно подивитися на них трошки з іншого боку, з боку. І ми тоді будемо успішними, задоволеними і будемо робити менше, але ефективніше. Здесь допоможуть внешні наблюдателі, ті ж коучі, друзі, єдиномислення. Окружайте себе такими людьми, і вони вас будуть вдохновляти и напитывать, показывать ваши сильные стороны, радоваться вашим результатам, это тоже будет вас напитывать, это будет давать мотивацию к действиям. Ну и, конечно же, я всех приглашаю на планирование года, честно. Делайте это, просто уделяйте этому внимание. Ну, планувати рік, це треба робити завжди. Мариночка, дякуємо. Будемо раді бачити ще тебе в нашій студії, а ми зустрінемось вже за декілька хвилин.